дамы и господа, добро пожаловать на спектакль «Мама Мия». Напоминаем вам, что фото- и видеосъемка, а также пользование мобильными телефонами во время действия категорически воспрещается. Обращаем внимание зрителей с неустойчивой психикой, что в спектакле применяются сапоги на высокой платформе и костюмы с люрексом. Спасибо. Сэм Кармайкл, Билл Остин, Гарри Брайт. Удачи! Самолет, ведь завтра свадьба нашей лучшей подруги. Мы устроили там такой шухер, но без подружек невесты ты бы замуж не вышла. Девочки! Подождите, подождите. Софи, Лиз.
хочется с ним познакомиться. Да как мама? У нее крыша уже едет от этой свадьбы. Девочки, мне нужно открыть вам одну очень страшную тайну. Вам и больше никому на свете. Может, да она залетела, ну? Ой, да нет. Я пригласила на свадьбу своего папу. Папу? Что хочешь сказать? Ты нашла его, наконец, не а? Совсем. Но смотрите, что я нашла. У мамы в столе. Вау, Софи, ты не должна была читать мамин дневник. Это она должна читать твой. Ну, девочки, это же 79-й год. Тот самый, когда она была беременна мной. Ну, вы же сами знаете, что никакие разговоры у нас на эту тему не проходят. Чуть что, ничего не помню и не знаю. Так вот. 17 июля. Какая ночь. Сразу после концерта Сэм взял лодку, сел на весла, и мы поплыли на маленький островок. Мы танцевали на берегу, мы целовались на песке, а потом многоточие. Чего? Многоточие. Ну тогда это у них так называлось. Сэм только он. Я знаю только он. Со мной раньше никогда такого не было. Милый-милый, он волнует меня. Милый-милый. Милый-милый, он погубит меня. Милый-милый. Я знаю теперь сама, чем сводишь ты всех с ума. Я все поняла теперь, мой любимый зверь. Что со мной ты сделал? Мой любимый зверь! Подождите, ты еще что? Горит, и сердце поет в ночи, и сердце трепещет ночь. Что же творит со мной мой любовный? Знай! Этот самый Сэм и есть твой отец. Да подождите дальше больше. Сэм тогда сказал маме, что ему нужно вернуться домой, а он женится на другой. Сволочь какая. Вот капец. Девочки, это еще не все. 4 августа. Какая ночь. Никак не могу прийти в себя после истории с Сэмом, но сегодня, сразу после концерта, Билл взял моторную лодку, и я отвезла его на остров. А там то все, 5 и 10, потом многоточие. Билл? 15 августа. Какая ночь. Откуда ни возьмись, появился Гарри. И я сказала, что покажу-ка я ему остров. У меня, наверное, с головой не в порядке, но он был такой милый, что я ничего не могла с собой поделать и... Многоточие! Гарри? Да. Донор спермы имеет имя. Даже три. Сэм, Билл или Гарри. Что, все они приезжают на свадьбу? Да! Они об этом знают? Ой, ну, как бы ты написала, совершенно незнакомому человеку. Приезжайте на мою свадьбу. И, кстати, вы можете оказаться моим папочкой. Ну, конечно, нет. Они думают, что это мама прислала им приглашение. Мама! И после того, что здесь написано, неудивительно, что все трое сразу согласились приехать! Не может быть! Была настоящая свадьба. И чтобы к алтарю меня вел не кто-нибудь, а мой отец. Ага, лишь бы всем троим в проходе места хватило. Лишь бы мама ничего не узнала раньше времени. Иначе ведь мешается и пиши пропала. Не дурано ли поздно, она все равно их увидит. Но сначала я должна с ними познакомиться. Но повезет, так я сразу узнаю, кто мой отец. Нет, ну а если не повезет? Тогда у меня будет... 24 часа, чтобы во всем разобраться! Милый, милый, чем сводишь меня с ума.
смотри, войдешь ли ты в мир моей мечты. Кошмар, да вас не было. Господи, ну и сколько еще тащиться на этих чертовых каблуках? Ты думала, тебе лимузин с шофером прямо к причалу пригонят, да? Да. Ага. Вот Донна знает, что я пешком не хожу. Так, ну и кого это к нам волной-то прибило, а? Спешите видеть! Только один вечер, Донна и Дайна Мазур! А ну-ка, обнялись, а? Это мы, суперчирики! Как тебе оно, будущее, теща? Ой, ладно, вот вас увидела и полегчало. Таня, ну черт возьми, ну 8 лет, а? Ну, знаю, знаю, дорогая. Все эти миллионеры, их частные самолеты и дорогие яхты. Да, понимаю, понимаю. А я вот здесь застряла. Все ругаюсь с менеджером нашего банка. О, не завидую я этому менеджеру. Тетя Рози! Софи Шеридан? Боже! Как тебя не увижу, так ты все. Хорошеешь? Ну, поцеловать! Тетя Рози перла бог знает откуда! Ради твоей свадьбы! Будь она неладна, ну ничего себе! А меня ты, конечно, не помнишь. О, чудеса пластической хирургии. Ой, ну, конечно, помню тетя Таню! Только посмотрите на мою девочку, у нее же вся жизнь впереди, а она... Мам, ну я замуж иду, а не в монастырь. Да, она говорит, ну, впрочем, мы в наше время замуж в 20 лет не выходили. Впрочем, мы в наше время замуж просто... Не выходили. Не, ну самое главное, свадьба по всем правилам. Я не понимаю, ну кто ее надоумил? Ну, по крайней мере, не я, Донна, не моя идея. Так, девочки, секундочку. Ой, позвольте-ка вам представить главного виновника завтрашнего торжества. Скай. Ой. А это Таня и Рози, мои лучшие подруги по жизни. Ну, в прошлом так, бэк-вокалистки. Ну ладно, бэк-вокалистки. Здорово. Очень приятно, много слышала вас обеих. Надеюсь, только плохое. Ясу кукламу. Эвхаристополитен канетипота. Не переживайте, дорогая, он тоже не говорит по-гречески. Кстати, меня зовут Эдди. Бонжур, мадам. Бонжур, Эдди. Enchanté de faire votre connaissance. Ça va? Bon appétit. Меня зовут Пеппер. Перчик, то есть. Это потому что такой крутой перец. Нет, это потому что такой хитрый перец. Это Эдди и Пеппер, мои официанты, бармены, лодочники и помощники. Правда, помощи от них не дождешься, потому что делать нечего. Ну-ка, брысь отсюда! Дорогая! Таверна выглядит просто великолепно. Танечка, спасибо, но за этого надо Ская благодарить. Правда? Да. А что ты такого сделал? А ты в Журы вроде здесь недавно? Да, сбежал сюда с фондовой биржи, а обратно не вернулся. О, а что так? Перегорел. Совершал сделки по всему миру, а мира этого не видел. Ой, девочки, да-то вы увидели, что он сделал с моим миром. Да он меня подключил к интернету. Завел электронную почту, и вон весь дом опутал проводами. Кстати, меня связал по рукам и ногам. Донна, да. Пора идти в ногу со временем. Кто сейчас прячет деньги под матрасом? Так, знаешь что, сделай-ка ты мне лучшую машинку, которая будет застилать постель. Ой, мам, если бы у тебя была эта машинка, все равно ходила бы и сама все за ней переделывала. Уж мы-то тебя знаем. Ты шутишь, да я была бы рада расслабиться и получить все на блюдечке с голубой каемочкой. О, да. Кстати, о блюдечках. Не пора ли утопить эту посудину, что пришвартована у причала? Утопить? Конечно, как бельмо на глазу. Нет, да эта старая развалюха будет моим плавучим казино. Что? Не, ну Скайеди, между прочим, собирается сделать из нее рай для миллионера. Плывешь между островами и делаешь ставки прямо под звездным небом. А, миллионеры в казино! Таня, может, там на борту парочка твоих бывших мужей? Нет, дорогая, не думаю. После меня у них миллионов не осталось. Да? Девочки, девочки, а может быть, вот это и есть мой счастливый билет, а? Ой, мне нужна передышка. Я тащила на себе эту таверну целых 15 лет. Без единого выходного. Работай день, работай ночь, чтоб как-то выкрутиться смочь. Полдыка! Я на ногах уже чуть свет, и ни копейки лишней нет. Никогда! Hey! Лишь в мечтах я вижу вдруг. Мне достался богатый друг.
надо так ее окружить, а просто жить и не Приятно, что под ногами опять земная твердь. Ну, это еще что. Попробовали бы вы сплавляться на каяке по заболоченной реке Окаванга в Ботсване. Как же читали. Чувак и каяк в болотах Ботсваны. О, спасибо, Гарри. Ну, теперь я знаю, кто купил тот самый единственный экземпляр моей книжки. Обожаю книги о путешествиях. Да? Вы знаете, отвлекает от ужасов метро в час пик. Хотите, я вам самое интересное расскажу? Вот эту таверну увидите? Глаз оторвать не могу. На ее месте стояла развалюха, где я однажды чуть не провел жуткую ночь рядом с козами. Ну, предпочитаю козла любому верблюду. Однажды в пустыне Калахари, когда нещадно палило солнце, извините, один... Извините, что перебиваю вас, Индиана Джонс, но дело в том, что это моя таверна, это я ее построил. Ну, вернее, я ее спроектировал, чертежи чертил. Подождите-ка, это было 21 год назад. Я просто поверить не могу, что она взяла и построила эту чертову штуковину. Кто? Донна, кто же еще? Я нацарапал дурацкий чертеж на обороте меню. Нет, ну кто бы мог подумать. И из чего вы взяли, что это ваш проект? Ну, здания, они как дети, своего собственного узнаешь безошибочно. Ничего не знаю о детях. Ну да и знать не хочу, всю жизнь живу с рюкзаком за плечами. Последний герой. А что, может, вас и на острове посетит вдохновение? Как знать, Гарри, когда получил приглашение на свадьбу, уговорил своего редактора отправить меня в командировку за материалами «Охота за призраками детства». Да вы родом отсюда? Нет, но мама моя гречанка. Я был здесь один-единственный раз, когда гостил у своей двоюродной бабушки. Она жила на побережье,
Он неподалеку от этого острова. Кстати, это было 21 год тому назад. Ну вот, теперь напишите очерк о таверне Сэма, и туристы валом повалят. Нет, Гарри, по мне, пусть лучше этот остров так и останется идиллией для посвященных. Пусть будет таким, каким я запомнил его тогда. А живи вы здесь, идиллия для вас, был бы остров-курорт с кучей богатых туристов. У них бы тогда и народу побольше работало. Да есть здесь кто живой или нет, а? Народ, добрый день! Чем могу служить? Привет. Я Билл Остин. Есть возле меня номер? Билл Остин? А я Брайт. Гарри Брайт. Гарри. А вы, значит... Сэм Кармайкл. Вы нас ждали? О, конечно. Сейчас я принесу вам ваши ключи. Прелестно. Но я не теряю надежды немного поработать языком. В том смысле, что я 21 год не говорил по-гречески. Двадцать один год? Да. Послушайте, господа, мне начинает казаться, что все это кем-то подстроено. Так, Билл, вот вам сюжет. Ах, тебе. Что мне? Да мне, в смысле, давай на ты. А, на ты. Так вот, трое незнакомых друг с другом мужчин получают приглашение на свадьбу. И приезжают в то место, где все они не были, 21 год. И приглашает их женщина, которую все они не видели 21 год. Внимание, вопрос, что они здесь делают? Неплохо для начала. Гарри, ты, например, что здесь делаешь? Вот что тебе в твоем банке не сидится, а? Это уже интервью? Ну да. Что касается меня, то приглашение Донны оживило во мне давно забытые прекрасные воспоминания, ядрёна кочерыжка, а? А это что, цитата? Нет-нет, я знаю эту гитару. ГЛ. Гарри Лоботряс. Такое у меня было прозвище. И Дэша, Донна Шеридан. Я купил эту гитару для неё. Выгреб все, что было в карманах, да в придачу отдал и свою последнюю майку Sex Pistols. Ух ты! Ну, у кого еще повернется язык? Назвать меня тяжелым на подъем старым занудой. А кто так говорит? Моя половина. Знаете, некоторым мало большого дома, классной машины и абонемента на игры Челси. Они еще хотят, чтобы мужчина был настоящим авантюристом. А что, я тоже могу быть внезапным. Поэтому я здесь. Донна знала, что во мне есть что-то. Мы встретились в Париже, я там был на экскурсии со своим выпускным классом. И вот так же внезапно рванул за ней в Грецию. Погодите-ка. О, да ты подготовился. Я скажу спасибо тебе за песни. Вот это мы тогда пели. Их мелодии, хор чудес. Знаешь, если честно, без песни нам этот мир был бы не мир. Без танца как бы мы жили с тобой. И снова я скажу спасибо за музыку, друг мой. Ты дочь Донны? Да! Кто бы мог подумать? Эй, твое лицо, оно... Сразу мне показалось знакомым. Да? Софи, София! А, нет, нет, я просто Софи. Нет, София – это греческое имя. Мою двоюродную бабушку тоже звали Софией. Да? И меня назвали в честь одной Софии. Вот как. А где Донна? Мне необходимо увидеться с ней, поблагодарить за приглашение. А все-таки приятно, что она о нас вспомнила. Ой, нет, нет, не нужно, не нужно. Вы же моя тайна. Это я прислала вам приглашение, а мама ничего про это не знает.
Знаете, она любит вспоминать своих старых друзей. И я подумала, что она жутко обрадуется, когда увидит вас всех вместе. Но правда, сейчас она так занята со всей этой свадьбой, что если рассказать еще и про неожиданных гостей, у нее совсем башню снесет. Подожди, Софи, ты хочешь сказать, что Донна меня не приглашала? Да. Поэтому сделайте вид, что вы просто в отпуск приехали, а потом на свадьбе мы все расскажем и устроим ей большой сюрприз. Софи, да ты не понимаешь. Я начала танцевать раньше первых шагов. Боже, что ты наделала, а? Я пела всегда, не зная еще и двух слов. Я думаю часто, кто первым узнал, что музыка словно волшебный кристалл, побеждающий тьму. Кто б он ни был, спасибо ему. И снова я скажу спасибо тебе за песни, их мелодии, гор чудесный. Знаешь, если честно, без песни нам этот мир был бы не мир. Без танца как-то мы жили с тобой. И снова я скажу спасибо за музыку, друг мой. Софи? Да? Я, конечно, не хочу испортить твой чудный сюрприз, но дело в том, что... Что? При нашей последней встрече твоя мама сказала, что больше не хочет видеть меня никогда. Так что, если приглашение послала мне, ты мне сюда вход по-прежнему заказан. Да это было 100 лет назад. Я хочу, чтобы вы были. Зачем? Потому что... Потому что это моя свадьба. И я хочу, чтобы все стали друзьями. Да ты просто хитрая маленькая кокетка, еще хуже, чем твоя мать. Хорошо, что ты не знакома с моими мальчишками, ты бы их попросту извела. С вашими мальчишками? У вас есть сыновья? Да, двое. Хотел бы я их когда-нибудь привезти на этот остров. Как когда-то привезли сюда мою маму? Я знаю точно, в музыке свет и красота. Песня моя для всех, кто слышит это. Это жизнь и полет, и мечта. Я скажу спасибо тебе за песни. Их мелодии, гор чудесный. Знаешь, если честно, химчистки. Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Да-да. Прячьтесь. Адонна! Привет, Донна. Гарри? Привет. Ты! Ты меня обманул, сам ты помнишь, когда? Я решила тебя позабыть навсегда. Что тут сказать? Мне бы быть умней, лишь один взгляд. И с душою не сладить. Сердце горит во мне.
надо ли скрывать, я так по тебе скучаю. Мотивчик переменила. Какого черта ты здесь делаешь, Сэмми? Что вы вообще все здесь делаете, а? Извините. Не, ну, просто как-то удивительно видеть вас всех вот здесь вместе. А я вообще-то пишу статью для журнала. А я здесь в отпуске. А я был тут неподалеку, дай, думаю, зайду. Очень жаль. Вы знаете, совершенно нет свободных комнат в это время года. Это такой напуг. А я заранее забронировал. Вы, кстати, оба можете переночевать у меня, если у них и вправду нет свободных комнат. Как-то не кстати все это. Почему? Ну, потому что... Завтра одна девушка выходит замуж. И вы знаете, вами совершенно будет некому заниматься. Вам будет гораздо лучше на побережье. Вот там, прекрасная ты, 5 звезд, и все. Билл давно привык страдать ради искусства, а лоботряс так и вовсе сама внезапность. Да, ну а сам что? Я просто приехал посмотреть остров. Ты же знаешь, что он для меня значит. Ну, что ж... Не, я бы, конечно, осталась. Да, мы поболтали, вспомнили нашу бурну. Ну, ё, молодцы, вы знаете, мне нужно торопиться, да. Мне порядок нужно навести в сумочке. Годы ее не берут. Я, честно говоря, я думал увидеть этакую раздобревшую Матрону. Нет, она все та же, Донна. Только взгляд и снова колокол. Орел или решка? Ой. Орел. Подумай. Да ты дуй, а не соси. Господи. А позволь полюбопытствовать, в чем ты пойдешь на свадьбу?
что, издеваешься, да? Ой, что не так? Вот в этом вот. Купилась? Все так. Если таким образом ты собираешься выразить протест против брачных оков. Фуа! Насчет брачных оков. Ты-то у нас, конечно. Да. Лучше знаешь. Ну ладно, ну какие наши годы? Найдешь ты еще своего принца? Не, хватит, были уже принцы. Да ладно. Каждый из них норовит сесть себе на шею, туда же подвесить детей. Да, дети это те еще цветы жизни. И ведь что время с людьми делает? А кто бы мог подумать, что у нашей Донды, которая всегда была иконой женской независимости, дочка в 20 лет сама полезет в эту петлю. Так вот сейчас модным стала замуж идти девушкой. Вот получается, уж замуж не втерпёшь! Странное нечестное слово. Рози, а ты помнишь, что было модно в наше время? Рози! Ну, майки! Хорошую вещь браком не назовешь? А теперь они спят и видят, как бы захомутать мужика. Ни больше и ни меньше. Послушай, у тебя у самой-то разве не трое мужей было? Слушай, не моего дела, объявляется закрытым. Таня? Смотри. О, Господи. Да она его сохранила. Сына Зира, да ты чё ты? Руси! О, Господи! О, Господи, как молоды мы были, а? А что бы сейчас сказали в издательстве «Новая женщина», если б меня увидели в этом? А что, подруга? Не тряхнуть ли нам стариной на девичнике, а? О, сколько швов придется расставлять. Где? Где София? Не знаем. А что? Мне нужно немедленно ее найти. Да-да-да-да! Господи, что это? Да это мы нашли в сундуке. Зачем? Вот это предлагаю повесить в баре на самом видном месте, чтобы София знала, что за фрукт мамочка была в молодости. Да убери ты это куда подальше, лучше сожги, чтобы глаза мои не видели. Господи, а что случилось? Догорело в соседнем пламени, но я-то ведь думала, что все давным-давно прошло, сама почти забыла, и тут на тебе. Ну что на тебе? Ничего. Иди к черту, а? Не хватает. Черт! Не знала. Знала, что все вот этим кончится. Не, правильно говорят, от судьбы не уйдешь, Господи. Господи, ну почему именно сегодня-то? Господи, ну почему именно сейчас, Господи? Ну в кого я такая дура? Чикатита, что же с тобой? Это горе так внезапно. В чем беда, если свадьба будет завтра? Больно видеть слезы твои. Откройся мне, ты же знаешь. Я пойму, так зачем ты боль скрываешь? Спасибо, дорогая. Чикатита, все расскажи. Мы увидим свет надежды. Я твой друг, кто тебя всегда поддержит. Ты была сильна и горда. Плачем сейчас.
Ее отец. Чей? Ну, дочери моей. Ну, помните, я всегда говорила, это Сэм. Но? Ну, архитектор, который потом сбежал, и тут же женился, ну! Вот сволочь такая, а! Забили! Только дело... В общем, я сама не знаю, он отец или не он, потому что их было трое, он и еще двое. Ого, Донна Шеридан. Ну, кто бы мог подумать? Почему ты нам не рассказала? Не, ну я думала, обойдется как-то. Но мне в голову не могло прийти, что я их всех троих увижу, когда не свадьба моей дочери вон в собственном баре. Что? В баре? Да не светитесь вы! Кто из них кто? Я никого не вижу. Слушай, ты ничего не перепутала? Перепутаешь здесь, ты думаешь, я могла забыть отцов своей дочери, да? Таня, быстро. Это Сэм, так, Билл Остин и Гарри Лоботряс. Нет! Да, господи, ну почему именно сегодня-то? Это какой-то злой рок. Да, это полный... Тихо. Софокл. А они-то знают. Ты что? Я ничего никогда никому не говорила. Девочки, девочки, ну зачем мне здесь? Они хотят расстроить свадьбу Софи, а? Ой, фу. Можно подумать, ты так хотела эту свадьбу. Так, знаешь что, вот я это другое дело. Они права не имеют, никто их сюда не звал, никто их здесь не ждал. Нет, ну явились, не запылились, а? Они, между прочим, за эти 20 лет палец о палец не ударили ради счастья своей дочери. А, может, они просто не знали о существе Вани? Вот и хорошо. А, да. Ты же хорошо, что не знали. Вот, да. Все, что у нее есть, это моя заслуга. И мы прекрасненько без них справились. Да. А теперь меня выпихнет под зад коленка какой-то... Жалкий сперматозоид! Нет! Успокойся! У вас сегодня девичник! Ты сегодня в полной безопасности, а завтра мы с Таней возьмем их на рыбалку. На рыбалку? Угу. Ты что, обалдела? А что ты предлагаешь делать с тремя мужиками? Стоп! Понятно. Ну что ты даме сказала? Вып! Ты помнишь? Я помню этого Билла Остина-то, жеребца. Неплохая кандидатура. Да? Не, ну вам-то, конечно, смешно. Есть что вспомнить, да? Между прочим, залетела я. Ой. Вот и по делу мне. Ну точно, как твоя мамочка говорит. Вот это неправда. Да, правда. Где моя Донна? Душа компании, звезда вечеринок. Суперчувиха Донна Шеридан, а? Выросла. Тогда быстро расти обратно. Ничего такого ты не сделала, и стыдиться тебе нечего. Да. Да пошли они все, раз ничего не понимают. Потанцуй, зажигай, словно уносишься в рай. Танец твой, счастье каким, ты наша Dancing Queen. Вновь огни зажигает ночь.
словом обриться, подойдет любой ритм живет в тебе. Ты куда собрался? Не знаю. Мы с парнями еще не решили. Может, в Орфей? Помнишь тот бар, там, где девчонки танцуют прямо у парней на коленях? А может, в Медузу? Там, где они валяют друг друга в грязи? Пейпер обещал взять с собой наручники. Не ходи. Сейчас. Упустить последнюю ночь моей свободы? Да нет, я не в смысле совсем не ходи. Подожди, ты что себе это так представляешь? Да! Нет. Софи, я представляю себе эту ночь как последнюю ночь перед началом самого главного приключения в моей жизни! Скай, помнишь, я говорила тебе, что очень хочу найти своего папу? Мы 1000 раз с тобой это обсуждали, Софи. Зачем тебе папа? Тебе же есть я. Да, но ведь ты меня никогда в жизни не бросишь. Ты с ума сошла? Ты теперь и есть моя жизнь! Не знал я ревности до сих пор. Теперь готов я любому парню дать отпор. Я стал ревнивцем друзьям на смех. А раньше думал, табак мой самый тяжкий грех. Все сводится к нулю. Ревную и люблю. Весь мир вверх дном. Я об одном тебя молю. Ты не трать напрасно чувства.
здесь происходит? Так, приятель, это старинная традиция нашего острова. В ночь перед свадьбой жених ныряет к обломкам затонувшего корабля, чтобы найти ожерелье Елены Троянской. Да благословен будет брак нашедшего жемчужину. Ух ты! А у нас мужики просто напиваются и снимают штаны. А это тоже будет, но позже. Да? Да! София, ты с ума сошла? Выходить замуж за первого встречного. Посмотри на меня. Пеппер! Влюблялась прежде я много раз, но тех романов огонь всегда так быстро гас. А я старался разумно жить, тебе одной удалось мой разум сокрушить. Стало все иным, и я мне стали сны. О, как нам быть, ведь мы любить обречены. Ты не трать напрасно чувства, просто на что у нас хватит дыхалки. Донна и Дайнамос! Совсем иначе этим вечером, мой друг. Yeah.
Спасибо, что отвлекаешь. Раньше это был такой тихий остров. А вы жалеете, что не приезжали сюда так долго? Нет, я жалею о том, что ничего об этом не знал. О чем? Ну, об этом, о таверне. Я всегда мечтал, что когда-нибудь вернусь и построю ее, но она и здесь меня опередила. Здание нравится вам больше, чем люди. Что? Расскажите мне что-нибудь о моей маме. Твоя мама была неотразима. Другой такой не было. Мы много разговаривали, ругались, занимались. И знаешь, ведь это я привез ее на этот остров. Но ведь этим дело не кончилось, правда? Что она тебе рассказала? Ничего. Ничего она про вас вообще даже не упоминала. Подожди, Софи, ты же сама говорила, что мама любит вспоминать своих старых друзей. Да. Что происходит, Софи? Зачем я здесь? Кто может быть со мной? Услышать голос мой? Да. Гарри, у вас есть дети? Нет, я не испытал радости отцовства. Но это никогда не поздно исправить. Ну, не думаю, что моя половина будет в восторге. Да. Так значит, вы не хотите детей? Нет, нет, дело не в этом. Я бы очень хотел, чтобы у меня была дочь. Я бы была ужасно. Вот везучая. А твой отец здесь? Я не знаю. Что? Я не знаю, кто мой отец. Кто может быть со мной? Голос мой. Могу я задать вам нескромный вопрос? Я писатель, нам положено быть любопытными. Задавайте. А как ваша матушка заполучила эту таверну? Когда я знала, она пела в ночном клубе на побережье. Маме достались деньги по завещанию. А-а-а. Когда я была маленькая, мы жили у одной пожилой дамы. Мама за ней ухаживала.
Ее звали София. Что, моя твоя родная бабушка София? Да, может быть. Да, но нет. Мне всегда говорили, что все ее деньги достались родственникам. Что? Погоди-ка, сколько тебе лет? 20! Дайте, дайте, дайте мне встретить мужчину! Воздухом. Скажите, зачем ваша бабушка оставила эти деньги моей матери? Не знаю. Знаете? Я прошу, ответьте мне. Что твоя мама тебе рассказывала? Она ничего не рассказывала. Она вообще не понимает, зачем мне нужно это знать. Тебе нужно с ней поговорить. Да к ней не имеет это никакого отношения. Всю жизнь я искала ответ на очень важный вопрос. И ваши тайны мне надоели. София, это была не моя тайна. Встретились мы только вчера. Но я в тебе что-то вижу. Кажется мне, что каждый раз ты мне становишься ближе. Сумел ты мне в душу войти, это смог бы не каждый. Ты, похоже, не дашь мне уйти. Не говори, что у тебя есть сестра-близнец. Ой, нет, нет. Вы поведете меня завтра к алтарю? Кто? Я? Да. Я почувствую себя настоящей невестой, только если к алтарю поведет меня мой отец. Софи, ребята, вернулись. Я пойду найду Дону. Нет, нет, я прошу вас, только не сегодня. Она не должна об этом знать. Пусть это останется нашим с вами секретом. Это что, миленькая, она с ума сойдет? Да нет же. Она успокоится, когда увидит нас вместе и поймет, что мы счастливы. Договорились. Люди тут и там, манит искушением эта темнота. Ярче, чем огни, твои глаза напротив ждут меня они. Ты мне вечно встречал, знает так давно. Но нас игра ждет, ведь мы всегда хотим еще. Thank you.
Давай на чистоту. Я знаю, зачем я здесь. И знаешь что? Я считаю, что это гениально. Я всегда хотел, чтобы у меня родилась девочка. Но и взрослая дочь — это еще лучше. Да, ладно, я слишком тороплю события. Слушай, а твоя мать знает о том, что ты знаешь? Ну, конечно, нет. Хорошо, а кто выведет тебя к алтарю? Никто. Неправда. Это буду я. Вы? Да. Ой. А насчет Донны не переживай. Я ее не боюсь. Как до жирафа, а? Я твой папа! Гарри! А, теперь я все понял. Теперь я понял, на что ты прислала мне это приглашение. Ты хочешь, чтобы твой папочка выдал тебя замуж? Так вот знай, я тебя не подведу!